Вот таким необычным способом жильцы дома по Ломоносова 131А теперь заходят в подъезд. Деревянная лестница появилась здесь на днях. Татьяна Дмитриевна живет в гостинке уже 15 лет. Рассказывает, последние годы дом увидал на глазах. Постоянные перебои с водой, отоплением, светом. Крыша протекала, а подвал затапливала. А тут еще и лестничный марш пришел в негодность. Стало опасно подниматься. Она стала сыпаться. Когда я сюда заехала, она нормально была. Потом она начала сыпаться. Потом кто-то из наших жильцов пожаловался, что какой-то ребенок нога застряла. И они пришли и сделали эту лестницу, вот такую деревянную. В соцсетях люди удивляются, а кто-то даже посмеивается над временной конструкцией, считая ее постоянной. Мол, и так сойдет. На самом деле начались ремонтные работы аварийных ступеней, и другого выхода у строителей нет. Люди же по воздуху подниматься не могут. В отношении этого дома 131А по улице Ломоносова производится комплекс мероприятий, комплекс работ, в том числе восстановление лестничного марша, соединяющего первый этаж и межэтажную площадку. В эксплуатацию восстановленный лестничный марш будет введен на следующей неделе. Вместо проема, где сейчас вход, будет установлено пластиковое окно. С приходом муниципальной управляющей компании в этом доме уже успели отремонтировать проводку, системы тепла и водоснабжения, канализацию. Жильцы рады, что дом быстрыми темпами стали приводить в порядок. По воде что-то они сделали. Вот лестницу нам залили новую, а то дрявая вообще была. Ну и дворник есть иногда даже. Ну а так, не знаю, что там внутри они делают. Кирпичами, смотрю, закладывают, где что выпадает. Работы по ремонту лестничного марша по Ломоносова 131А планируют завершить до 1 марта. И взамен аварийной лестницы будет красоваться новая, безопасная. И еще одна приятная новость для жителей гостинки. Фонд капремонта приступил к разработке проекта на ремонт крыши и несущих конструкций. Сергей Калиник, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.